И еще раз, давай. Чай. Индийский чай. Индийский чай. Приветствуем вас на канале Империя Инструментов. Всем огромный братский привет. С вами, как всегда, Антон и Сергей. Но прежде чем мы начнем сам обзор, как вы уже догадались, про штиля, настал тот самый момент, когда мы объявим победителя того долгожданного трехнедельного розыгрыша на слоган нашего канала. Да. Сереженька, приз в студию. Тара-па-па-па, барабан на трубке. Пила 82 вольта от производителя Greenworks. Как уже ранее говорили, как говорили ранее в обзорах, в тестах, самый мощный аккумуляторный агрегат. Настолько мощный, что просто пушка. Я свои вены хавал вот это вот просто. Дарим этот агрегат в полной комплектации. У него будет шина, цепочка, вот этот вот прекрасный аккумулятор. На 82 вольта на 5 ампер-часов. Ну, разумеется, зарядное устройство для этого аккумулятора. Условия. Какие у нас были условия? Но прежде чем мы объявим, напомним о наших условиях, да, то есть хотим выразить вам огромную благодарность за большое вашу спасибо. Мегаактивность. Дэн пролистал, прочитал всех без исключения, я никого тоже, не упустил. Я тоже читал. Ты читал? Я читал, Антон, конечно. Нет, я тоже читал, ребят. Поэтому мы отобрали 10-рых, это было непросто, но пришлось отобрать этих 10-рых. Соответственно, у нас 10 человек, 10 слоганов. Все это мы можем увидеть на списке. Дэн, выводи списочек, вот этот, видите список, да, соответственно, 10 человек. В рандоме сейчас из них мы выберем одного. Этот список, соответственно, вы можете сделать скрин, можете его скачать, он будет в описании под роликом. Ну что, выдохнем. Давай, достаем телефон. Где мой телефон? Это очень волнительно. Иди сюда, быстренько. Оперативно, смотри. На одну показываем камеру. Крупным планом, без монтажа, одной съемкой. Мы открыли Яндекс, выбираем генератор случайных чисел. Так, обнулим его. Зачем нам эта цифра 63? 63 у нас только... Yes. Нет, там столько этих слоганов. Так, нет, слоганов 1, у нас 10. Есть. 1, 10. 1, 10, от 1 до 10. Ну что, разобрался? Собрался? Я даже не могу собраться, в смысле, потому что... Давай, пилу, кликай. И если были пчелы, то они бы ни почем никогда. Номер два. Кто у нас там номер два? Итак, давай посмотрим, да. кто у нас номер два? Под номером два у нас ник 10 фотографий. Со слоганом «Империя инструмента. Реализуем качество, легализуем творчество». Какой мощный слоган, да? Как еще раз ник? 10 фотографий. 10, да. Мужчина, женщина, мальчик, девочка, как думаешь? Не знаю, как. Брат, как, сестра! Брат, сестра, поздравляем тебя от всей души, эта пила твоя. Чтобы получить, соответственно, этот прекрасный приз, мы ответим тебе в комментарии под вот этим вот, соответственно, слоганом. Да, если уже видишь это видео, смотришь его, но мы еще ничего не написали, по каким-то причинам мы там притормозились, внизу в описании есть наша почта, туда напиши, и ребята тебя сориентируют, как... забрать эту красоту. Да, ну а остальные, родные, кто не выиграл, кто не победил, кто активно участвовал, не расстраивайтесь ни в коем случае. У нас, напоминаю, ежемесячно проходит, начал проходить розыгрыш под названием «Черный ящик». Да. Да, первый приз мы вручим уже через 3 недели из «Черного ящика». Ну и ежемесячно будем разыгрывать крутые подарки. Поэтому будьте активными, а мы начинаем. Обзор. Пережили самый волнительный момент. Да. Немного трясутся до сих пор. Ну а теперь, собственно, к обзору. Штиль, еще раз штиль. Сегодня у нас линейка AS. Линейка, состоящая из двух инструментов. Так, сейчас вот так вот это все, опа, наверное, куда-то поедет. Не поехал, смотри, классно. Здесь у нас GTA 26, соответственно, это аккумуляторная, назовем ее мини-пила цепная, и HSA 26. Садовые ножницы для газона, которые идут в комплекте с насадкой для кустарника. Слушай, смотри, как все хорошо крепится, держится. Вот в принципе, этот комплект прям шикарный. Вот это супер, сделано отлично. Смотри, Сереженька. Оп. Оп. Так. И мы это все дело подвешиваем на стеночку вот таким образом. Вот они, крючочки. Вы у себя. Оп, да, подвесили, и у вас всегда это в доступе, здесь аналогично. То же самое, да. Комплект у нас состоит из аккумулятора, зарядного устройства и самого, соответственно, инструмента. HSA 26 и GTA 26 можно приобрести и без аккумулятора. Работают они от одного аккумулятора AS2.
На 10,8 вольта. 10,8 вольта. Все верно. Так, комплектация GTA 26. С нее, наверное, начнем. Ну, давай. Такая вещь поинтереснее, скажем так. Новинка. Это новинка, правда, в 2019 году. На Митексе штиль ее уже представил. Я уже... Классно, да? Я уже успел ее еще в 2019 году попилить. Но их был огромный прям дефицит этих пил. Поэтому мы не могли их просто снять. Мы сейчас здесь, смотри, у нас есть уровень. Дай аккумулятор. Аккумулятор у нас спрятан в кармашке. Индикатор заряда. Аккумулятор заряжен, надеюсь, полностью. Да, все да. Отлично. Причем во время работы можно прям хоп. Да. Соответственно, оснащенным коллектором, классическим щеточным электромотором. Редуктор конический, то есть там нет никакого сцепления, не центробежного, как в классических. Вот, все стандартно. Да. И главный плюс, наверное, этого аппарата, то, что вот эта вот маленькая шинка, к ней подходит цепочка 1/4. В принципе, в большом счете стандартная, можно найти ее в любом магазине. Смотри, натяжка. Давай сразу, кстати, давай к минусам подойдем сразу. По поводу натяжечки у нас идет безинструментальная. Безинструментальная. Я тебе сейчас покажу. Вытащим аккумулятор на всякий случай. Два минуса я заметил у данного аппарата. У него нет автоматической смазки цепи, то есть перед работой, как написано в инструкции. Периодически надо смазывать. Насколько периодически, никому пока что неизвестно. Но я так рассчитываю, что после каждого пила, на глаз. Наверное, 2-3 пила сделал, смазал. То есть это получается вот так я стою, хоп, как это, да? Да. И второй момент – это натяжка цепи. Здесь у нас нет как такового отдельного болта, штифта, а натяжка цепи у нас именно ручная. Поднавали вот так. То есть накрываем это все добро крышкой. Накидываем на звездочку. Тянем за шину. Даже так? Да. И затягиваем. Понял, да, система? Угу. Удивительно, но факт. Ну, компания «Штиль» с таким опытом не смогла сюда поставить натяжку цепи. Мне немножко непонятно, но это их решение. Далее. Так. Удобно, эргономично. Что я сразу заметил, это ручка просто. Да, кстати, прям ложится. Выполнена. Резина. Но опять же, если кисть большая... Еще одна резиновая часть находится сверху. То есть мы пилим, получается, да. Противоскользящий. И упор, смотри, здесь. Да, соответственно, двумя руками. Защита. Шину сюда, там, АТМС 880 нельзя поставить, сразу вам скажу. Это единственная шина вот, на 10 сантиметров, которая есть к данному аппарату. Я думаю, про ХСА мы скажем чуть позже, да? Давай, наверное, по ней, а потом перейдем на... Да. На, пили, пробуй. Что у нас? Черенок. Ну, получается, сухая древесина диаметром 25 миллиметров. Да. Антоха пилит, я вкратце расскажу, да, как говорил, коллектор на электромотор. Давай-ка, может быть, местами мы мотнемся. Пожалуйста. Прохожу. Есть такое. Давай я пильну, а ты скажешь. Коллекторный моторчик, щеточный, 10,8 вольт, да, как говорил ранее, скорость вращения цепи 8 метров в секунду, и ты забыл налить масло. Смазка цепи, да, как я говорил, вот эта вот ручная, не самая... комфортно. Ну, просто прогони. Не брызгай только. Все. Пили? Пили. Ой. Ну, как мы видим, пила у нас даже с учетом того, что в ней 10,8 вольта даже не напрягается. И даже не щеточный электромотор. Да, классический щеточный, да. И 25 миллиметров для нее, ну, ровным счетом вообще ничто. Усложняем? Конечно, усложняем. Сейчас принесем. Мажем цепь. Да, вот это вот, конечно, придумали хорошо. Но, опять же, это инструмент не для такого активного использования, да? Держи, закрой. Вышел, сучок отрезал, убрал. Ну, смотри, немножко разбрызгивает. Хорошо. Итак, смотри, давайте попробуем ее использовать не как садовый инструмент, а как, ну, более универсальный, демонтажный. Да, то есть так называемый. Разберем палет. Закусила, потому что налетел на... Давай. Опа! Давай, с обратной стороны тоже. Вот так. Вот так вот, да, здесь? Да.
Классно? Готово. Классно. Да? Работает. Видим? Работает. Да, пила работает бодро. А, Серега, вес ее? А вес у нее 0,8 килограмма без аккумулятора. Ну, аккумулятор тут особо ничего не весит. А, поэтому назовем ее так. 850 грамм. Да, да, в целом. Одна рука 850 грамм. В принципе, у вас вторая рука свободна. Одной рукой... Не забывай про упор. Тоже можно. Ну, это если при каких-либо. Ну, я так думаю, давить на нее можно пару рук. Не, если будешь давить, душишь. Душишь, все-таки это 10,8. Это не 18, это не 36, это не 82. Да? Поэтому все-таки это 10,8, и не стоит от нее ожидать, что ты прям. Нет, одной рукой, если под собственным весом, вот так вот. Если нужно сделать хороший подарок там бабушке, тете, маме, у которой есть дать, или нужно ухаживать. К слову, данная пила классно подойдет для женского пола. Да. То есть она максимально безопасна, да, и маневрена. Дальше мы что делаем? Дальше мы усложняем. К зиме. Итак, я так. Не знаю, видно это в кадре или нет, но Сереженька не угомонился. Мне понравилось замораживать. Да, он вымучил предварительно этот черенок и запихнул его в морозилку. Ну так как впереди зима, да, я просто решил посмотреть, ну как ну, давайте, это будет выглядеть вообще. Будет ли разница между... Я думаю, что да. Ну давай. Ну есть же разница. Да, Серег, есть разница, рука мерзнет, когда держишь. Согласна. Вот. Ну, нет, на самом деле, маленькая разница есть при пилении, но пила все равно не напрягается, поэтому... Тащи крупнее самца. Убираем тогда вот это. Давно резал арбуз. Welcome. Пожалуйста, Сереженька, я уступлю тебе. Дай-ка я на ту сторону схожу. Давай. Ну, суть, конечно, не распилить это бревно, а по максимуму загрузить шину, утопить ее. Ну, убери ты его, ё-моё. Давай. Тихо. Загрузить шину на полную, соответственно, и на... Я думаю, в длительном промежутке времени держать ее там под нагрузкой. То есть я запиливаюсь. Одна ячейка упала. Ну, что ты переживаешь-то? Ну, сейчас смотри, как он высадится. И начинаем его по чуть-чуть крутить. Вращать. Давай. Мне нравится ему это. Капризничаю, да? Да. Любопытно, почему? Сейчас уже. Зажевало. Ну что, да. Все, приехали? Да, приехали. А, было у нас три ячейки. Распилили мы. А, смотри, вот он, по-моему, очухался. Ну-ка. Ну-ка. А, нет, кнопку доплю. Все. Ну все, да, все, да, приехал. Слушай, а ампераж какой аккумулятора? Ты говорил, нет? Ампераж у него 2 ампера. Двухамперный. А есть у них больше емкости? Больше нет. Это в одном экземпляре только? Да, вариант. Распилили мы, условно говоря, от сих и до... Ну-ка, Сереженька, подожди, дай дуну. Ну так более наглядно. Денис, чуть-чуть, наверное, больше 50% мы прошли по брусу. Но опять же, она себя классно показывает. Да, она задыхается, потому что это нагрузка не для этой пилы. Но. Ну слушай, пока ты пилил, я осмелился предположить, что она еще подойдет к тем, кто занимается какой-то фигурной резкой по дереву для каких-то более мелких работ если и так далее. Если бы была пила карвинговая, шина там для карвинга, было бы да. Ну, с этой боюсь, что нет. Но, тем не менее... Какие-то фигурные, мне кажется, все-таки можно делать. Дрова заготавливать ей не надо. Да и не получится, наверное. И не получится, да. То есть на этот расчет брать не нужно. Убираем все это добро, переходим к второму инструменту. И про него... Опять же, коротко расскажем. Осталось еще две ячейки, он просто перегрелся. То есть, ну, нагрузка, как я говорил, была слишком высокая. Понял? Но он для этого не предназначен, да. Напоминаем. Ай-яй-яй. Забыл показать эту штуку. Короче, это, если коротко, кобура. Продается как аксессуар, вешается на ремень.
вторая лямка, соответственно, крепится к ноге, и можно его с собой... То есть он на бедро идет? Да. На бедерный, да, такой, да, на бедерный кобура. С собой его так носить, по деревне ходить, славный малый. Да, а это что такое внутри лежало? Это колесики, сейчас тебе покажу, для чего они. Поехали, распечатываем ХСАшку. Так, ХСА, тот же самый аккумулятор, 10,8 вольт, тот же самый электромотор коллекторный. Аккумулятор. Так, ножницы, аккумулятор там в кармане. Как и у ГТА. Поставляется отдельно. Да, поставляется он, соответственно, с ножницами для травы и вот с такими ножницами на 20 сантиметров для кустарника. Ну, скажем так, ножницы для травы и кустарез. Да, да. Все абсолютно верно. Заправились? Включаем. Работает. Что хочу показать примечательного в данном инструменте, это его редуктор. Планетарный редуктор выполнен полностью из металла, соответственно, как и элементы на насадках. Также смотри, какая есть штучка. Защита от все на металле, пыли. Все смазано. Защита от пыли. А, слушай, да, демпфер такой, да, идет прям? Да, поролоновый, то есть очень продуманно, сюда, соответственно, не попадет ничего лишнего. Ну, по крайней мере, крупный и... точно не попадет. Да, ребят, так как... Останавливается, смотри как. Оп. Останавливается очень легко, замена очень простая. Справится любой, да, абсолютно без исключения. Друзья, так как мы снимаем ночью сейчас, на дворе уже глубокая ночь, инструмент этот мы вам очень сильно хотели показать. Мы сделали днем подсъем, Дэн его сейчас вам включит. Здесь также мы есть у нас уровень индикации заряда. Куда же без него? Да. Здесь кнопочка от случайного пуска. Даже если вы, не дай бог, схватились, подзабылись. Соответственно, он у вас не запустится. А что ты в GTA то же самое не сказал? Там тоже есть. Там тоже есть. И очень удобно, кстати, и под правшу, и под левшу. К слову, про зарядное устройство. Зарядное устройство модель AL1 с ампиражом, соответственно, 2 ампера, ну, сила тока, разумеется, на 10,8 вольт. Аккумулятор это заряжает на 80% за 55 минут, на 100% за 100 минут. Ну, соответственно, зарядки одинаковые, как и аккумуляторы у обоих. Ну, давай по дополнительным опциям. По доп. Опциям. Что-то там поставил. Ножницы. Сейчас это поставил. Ну, ладно, пусть будет это. Пусть будет ножницы. Ну, а у нас есть... Да, давай, палку-копалку. Дополнительно. Свою. Отдельно, как аксессуар, приобретается такая телескопическая штанга. Да, это сюда. Аккумулятор мы в таком случае уже... Защелочка. Угу. Аккумулятор в таком случае мы вставляем непосредственно в эту штангу. К слову о штанге. Я был уверен, что я смогу обмануть систему. Знаете, колеса сюда. Угу. Да, на ролике, который вы видели, Антон ходил, косил, гнул спину без штанги. Этого, да. В ролике, который вы видели, Антон, соответственно, косил траву без вот этой штанги. Я искренне надеялся, что я смогу обмануть систему и установлю эту штангу на GTA 26 и буду пользоваться им как высоторезом. И? Она туда не встает. Ну, судьбу не обмануть. Инженеров, да, штиля не обманут. Да. Штанга у нас является телескопической. Да, откручиваем, соответственно, шайбу и вытягиваем ее на высоту, которую нам нужна. Ну, разумеется, высота. А какая максимальная? Ну, попробую. Под какой рост вообще? А, они так не... Вот смотри, здесь вот нету... Да, нет какого-то фиксатора, ограничителя, где вот, да, да, ловить вот этот момент нужно. Небольшой проблем. Ну так она держится, попробуй даже на люк. Сейчас, подожди. Нет, все крепко. Все, да? Вот смотри, сейчас я ломаю, да, здесь угол подзатягиваю и... И, соответственно, здесь также на самой рукоятке у нас предохранитель для случайного включения. И просто запустили. Работает? Работает. Работает. Также, и, как высотный кустарез, ее... Нет, смотри, Сереженька, еще у нас угол, да, сколько положений? Ну-ка, давай с самого начала. Вот раз, да? Ну, два, три, четыре, пять. Обратный даже есть. А отрицательный. Шесть, семь, восемь.
Вот, зафиксировали в восьмом положении, ну, причем вот даже положение, с отрицательным. Это, наверное... Кусторезом. То есть скидываем насадку и используем его как высотный. И используем его для высоких кустов, деревьев. Да, когда мы работаем по изгороди, которая у нас, соответственно, вверху горизонтально должна быть. Да, ну вот в таком положении. Горизонт... А, подожди, а 90, что ли? А, нет, ну, 90 нет. 90 нету, да, то есть, ну... Ну и колеса, конечно, лучше снять. Да, колеса будут мешать. Разобрались с линейкой АС, вот производитель Штиль. Это максимальная и самая компактная линейка у Штиля. Да, заметь, кстати, просто сравни, это по размеру чуть больше шуруповерта. Но легче. Да, то есть инструмент однорукий, подойдет, как мы и говорили ранее, бабушкам, женщинам, ну и в принципе людям пожилого возраста. Ну а уж здоровые мужики будут ими, ну, жонглировать, не знаю. Так, друзья, настало время подвести итоги. Как всегда, просим вас дать активность нашему ролику, как вы умеете. Ребята, комментируйте, что вы думаете. Вообще, игрушки это или это полноценный инструмент? Ну, мы убедились и пытались вам доказать, что это полноценный, работоспособный инструмент садово-парковый, но и не только. Не только. Разумеется, мы вас просим, как всегда, поставить лайк, колокольчик для того, чтобы не пропускать наше видео. И еще раз вам напоминаю про нашу акцию «Черный ящик». Про нас розыгрыш. Акция неправильно. Розыгрыш. Черный ящик, да, которого ролик по нему мы выпустим, наверное, 4-го. Да? Ну, спустя ровно месяц, да, как и обещали, 4 ноября будет еще один крутой подарок. Ну а уже кто станет победителем, как всегда, выберет его величие случай. Ну, пока! Всем пока.